уважаемые Артем и Татьяна, настал этот торжественный и незабываемый день. Сегодня вы вступаете в семейный союз и вручаете друг другу бесценный дар, свою любовь и свою судьбу. На земле у каждого из нас есть своя половинка. И счастливы те, кто сумел разглядеть ее в веренице лиц и событий, кто открыл для себя прекрасный мир семейного счастья. И в эти торжественные минуты перед государственной регистрацией брака я прошу вас ответить. Является ли ваше желание стать мужем и женой свободным, взаимным и искренним? Прошу ответить вас, жена. Да. Ваш ответ на вопрос. Да. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, по вашему взаимному согласию, ваш брак регистрируется. Приглашаю вас поставить подпись в записи акта о заключении брака. Someday, 'cause I got bills to pay. I can't be waking up at someone else's place. I know I drink too much, can't pay my rent this month. I should be saving up, but I just got paid. I'm broke, but I'm fine. Don't know what we're doing. We're going. На этом. Там липовая аллея находится, до свидания. Да. Липовая аллея. Вот скажите, как вы пойдете дальше по своему жизненному пути? Рядом или вместе со своей супругой? Вместе. Друзья, они пойдут вместе. Для этого мы берем свои служные на ручки. Не, на ручки не берем. Не берем. На ручки нельзя. Хорошо, тогда за ручку за мы ручку берем, свою любимую. Thank you.
все время, и чем не вода отсюда.